Здравия желаю. Итак, ведем опыты по вчерашней, значит, по вчерашней системе. Сейчас батарейку зарядил сегодня, вот эту. Вот. Сейчас Витя от нее подключил проводок к экрану, он на 12 вольт как раз. Это отключил блок питания 12 вольтовый. И сейчас что? Посмотрим, насколько хватит. То есть заряжала часа 3. Определим, насколько, значит, хватит экран. Экран — это мощности вот этот вот монитор. Вот. Я не знаю, сколько инч там, 22 что ли. Ну, я его померил по счетчику. Он 23,5 ватта потребляет в час. Вот сейчас, значит, посмотрим, на сколько часов хватит. То есть вот эта первая часть — проверка, значит, работоспособности системы на практике. И через, как только перестанет работать, второй раз включу, второй раз сделаю ролик и ознакомлю вас с результатами. Мне самому интересно, и вам будет, наверное, интересно. Ну, все на этом.